Bridgestone – компания, которая в рекламе не нуждается. Японскими шинами пользуется весь мир. Ульяновское предприятие – один из резидентов промышленной зоны Заволжья. Торжественная церемония закладки первого камня завода состоялась в 2014 году. Через три года шинный гигант распахнул свои двери для сотен работников. Однако, несмотря на известность, попасть в святую святых на само производство – дело весьма проблематичное. Политика компании диктует полную изоляцию от видеокамер и фотоаппаратов. Но, по словам директора компании, объемы производства весьма неплохие. Объемы наши – это 2 примерно миллиона шин в год, но мы планируем увеличивать, соответственно, эти объемы производства, то есть довести ежедневное производство до 12 тысяч шин, что у нас в итоге выведет на примерно 4 миллиона в год. На Ульяновском заводе изготавливают радиальные шины для легковых авто и пассажирских автобусов. В планах руководства расширить линейку выпускаемой продукции и довести ежедневный объем производства до 12 тысяч тонн, что в итоге выведет компанию на 4 миллиона шин в год. Означает это и расширение штата. Сейчас на предприятии трудятся 6 сотен ульяновцев. Среди работников не только опытные инженеры, но и студенты, выпускники вузов и колледжей. Нам не нужны просто люди, которые, молчат и выполняют просто приказы. А нам нужно именно, чтобы человек мог замечать разнообразные проблемы, которые возникают каждый день в процессе производства, чтобы мы вместе могли собраться, вместе обговорить ситуацию и вместе найти решение этих проблем. В ульяновское производство Bridgestone вложено уже 340 миллионов долларов, и объем инвестиций в завод продолжает расти. Анна Тищенко, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.